Всем привет. Так, что у нас тут? Кнопочка играть. О, песочница. Песочницу люблю. Главное, поменьше репиных и прочих прелестей. Надо бы музыку какую-нибудь подключить. Было повеселее. Так. У нас тут имеется такого. Какой-нибудь синтвейв. Так быстро и не найдешь. Нужно в истории глянуть, где-то у меня тут было что-то. А, ну вот это вот. Поехали. Так, не дадим ему модули вырубать. Немного подлагивает. Ух ты. Было неприятно. Где наши модули? Модули нету. Припасов тоже. Вот она. Ничего не вырубил. Привет, чек. Раз. Привет. Ну, порты мне жахнут, нормально получилось. Эх, где же мой диктатор Огром, любимый для ТДМ? Да с вампиризмом. Так, ну если что, я буду время от времени альтабаться на чатик. В основном, когда умирать буду. Отдай мне пилку. Отдай. Молодец, спасибо. Ауч. Шафты, не люблю шафты. Вообще в целом в этой игре. И в ТО, и в X. Вообще не под эту игру казуальную. Это пушка. Сидеть настреливать. Динамика должна быть. Движение постоянное. Что, ими надо вырубать? Нет, не надо. Оно следит за мной. Отлично. Блин, перепрыгнул прицел. Сейчас бы вампиризм. Что, у них команды не хватает, а нет, все на месте. Все, я умираю. Че, красный, это же хорошо. Вдвоем веселее, чем мне одному было бы.
Да, до хилки еще долго. Этот парень уже хилку потратил. Тратить или не тратить? Тратим. Да, хорошо, что потратим. Ой, умираем. Зарегистрироваться не можешь. Где? В танках или... Или где? В танках регистрироваться нужно через старый клиент. Заходишь на старый клиент, регистрируешь новый аккаунт, а потом переходишь уже на новый. В принципе, в Дискорде там есть видео, в котором как раз все четко показано, как нужно действовать, последовательность. Парень попал. Ты взял шаф, ты даже без прицела играешь. Разобрали. Давай в корму ему. С двух сторон мне не нравится, когда меня бьют. Он крит. Крит — это всегда приятно. Да, это печально, если у тебя не получилось, на самом-то деле. Мне было бы тоже грустно, если бы не получилось. Так, раскачиваемся. Корму будем попадать. Сейчас вспоминаю модули на корпус, понимаю, что я всегда катался на вот этом, который корму дефит. Там больше ничего хорошего нет вообще. Садка у викинга низкая. Удобно его ловить. Экран потемняется. Это у меня, в смысле, у тебя? Блин, ну опять серф рестартит. Интересно, награды опять не дадут? Я так ПУ никогда не куплю. А, и зря потратил. Ой, мина, мина. Три зрителя. Ну, бывает. Бывало и лучше, да. Помню, в старые времена бывало 15. У нас там 28-8, нормально. Руки еще не забыли. Что такое смоки? О, в минуса пошли. А, нормально. Так, что нам делать? Перезапускаться — это будет черный экран. Давайте я хоть заставку включу. Включу заставку, чтобы черный экран вам не портил. Посмотрим, можно перезайти. Ага, техработы ведут. Насколько это будет долго, непонятно.
Я он завел. Да, вот с тех работами это, конечно, будет грустно. Парням бы сервер помощнее. Листер. Давай будет Листер. Я раньше стримил на Good Game, а он ретранслировал на Twitch и на YouTube одновременно, но потом что-то Good Game там поменяли. Началась какая-то эпидерсия. Я забил, все равно стал стримить только на Twitch. А на YouTube потом, если что, экспортирую видео. И все. Ну, загрузишь? Да, загружает, походу. Такс. Что у нас там? А, это тоже. Кофе спит. Сам меня зазывал сюда, теперь спит. Поехали. О, песочница, как я люблю песочницу. Так, сейчас я включу, да? Вот. Какой у вас погром? Ну ты что, парень? А, этот степ, ладно. Ну, конечно, у вас гром это все равно что-то странное. Он от выстрела сам улетать будет. Может, в этом смысл? Едешь и стреляешь, чтобы себя быстрее ускорять. LML. Слушайте, что-то знакомое такое. Или мне кажется. Так, я имя вообще-то врубил. Она... А, нет, не врубил. Да, он врубил. Я не успел. Давай тебя тоже вырубим. Блин, промах. Бежим. Ну что, я пока буду где-то на защите. Наверно. А кто это у нас тут несется? Блин, я не достал. Черт. Не привык я к этому размеру Эми. Все-таки я привык играть на большой дистанции в Эми. Вроде смотришь, но как-то... Это назвать... Нейроны помнят дистанцию. Чувство радиуса есть, но оно тебя подводит. Потому что модули еще вообще первого уровня. Открываем нашу визитку. Вот так вот. Я вам запрещаю. Ой, блин. Облом. Уж надеялся, будет доставка. МЛМ прет этот. А нет, это некто. Да. Тут жирнющий мамонт. Как сдвинешь. Мины. Давай, давай, давай. Эй. LML за нас. Я спутал его.
нельзя. О. Бай, Мэми. Неповадно было кое-кому ускакивать на нас. Да, но мамонт, увезший флаг, это, конечно, лихо. С другой стороны, дамага нету его пробить. Там еще и Изида была. Да нет, ты не заедешь сюда. Надо было брать не вас. Может быть, тогда бы заехал. Зитка, привет. Этот парень тут, конечно, разогнался на нитре. О, я его заблочил. Везло. Это его выкинул. Это, наверное, кофе уже балуется. Это его любимый модуль был когда-то. Будем? Да, ладно, давайте. Он тоже Эми не достал. Так, под зипку. Хорош. Мешаем, мешаем. Кажется, я по-своему попал. Он не прошел. Не, мы Хантера добьем. Так, не удалось. Чек раз ты регнулся, это хорошо. Обломали зитки получения левела. Ну, поздравляем ее. С этим. Ох ты, кто несется. Так, где там наш? Не получилось у него. В общем, копим следующие модули. И пробуем. Или мешаем этому парню. Тут все нормально, мне показалось, что кто-то заскочил. Давай, Зитка, давай, молодец. Мамонт видит, что происходит. А с стороны нет. Блин, модули вырубил. Ай, черт. Облом. Какой-то Хантер очень быстрый, вам не кажется? Даже на лаги не похоже. Я сегодня уже видел одного спидхакера. Где там есть наши виды? Это виды нету. Да не убьем. Эх ты, прозевал, парень. А мог подобрать. Я бы тебя, наверное, не убил. А у нас две зиды, кстати, я только сейчас это понял. Кто у нас? А, кофе. Ну да. Ай, вытолкал. Открываем миску. Минуса. Хочешь к нам присоединиться? Но пока Кирюхи нету, если он не попадет сюда в ближайшее время, то можно. Все равно же с кем-то будем играть.
И посмотри, как оно носится. Это ты посмотри просто. Даже спидхак не помогает. Надо будет Alt F10 нажать. А не следил. Не люблю читеров в мультиплеере. Соло делай, что хочешь. Ну, в мультиплеере это как-то да. Фу. Они здесь все заняты. Еще один флажок. Этот LML молодец. Мне почему-то кажется, что это была какая-то дама на форуме. Не помню. Что-то такое было. Какие-то вот эти сокращения из трех букв. MLL или LML. Что было? Так, виську фокусим. Кофе, кофе, кофе. Страхуем. Ай, зацепился. Видите, как он носится просто. На хантере-то. Подбирай, подбирай, молодец. Блочим, блочим. Нет, не получилось. Есть. Ультра, ну, кидает тебе фронды, я приму. Проблем. Флаг, флаг, ну надо добить этого парня. Или он меня добьет. Не могу отвлечься на флаг. Получением. Да что так несешься? Давай эми тебя. По-моему, я опять не достану. Пускаем. Ультра. А? Чуть апнули. Где мой повышенный урон? Что-то отряд вылетел. А, кофе открутился. Так, я пока в гараже побываю. Эми, можем корпус. Количество ФП, перезарядка главная, да. На 3 секунды перезарядка требует теперь. Здесь не хватает. Это мы исследовать не будем даже. Ты сможешь пригласить ультра, когда он достигнет 4 ранга. Ультра. Тебе нужно качнуться до 4 ранга. Ой, не хочу эту карту. Напишу кофе, чтобы он голос подключился. Он знал, что будет у нас. Он обиделся, сам пошел искать. Или что? Или это я выйдя его выкину? А, отрядов не 4, их 3 уже, что ли? Что я запамятовал? Помню, что бывало 4. О, отлично.
DayZ, да, это, конечно, проиграем. Косяка вылетел, что ли? Выкидывает. Ну его заметно, он и с этого ряда повылетал несколько раз. Вот они дружат, его город Москва с сервером. Так понимаю, привет, они дружат. Англоязычный. О, привет, кофе. Привет. Всё, как видел дела, готов? Видел изи читака. Да, да, видел, конечно. Меня аж прям даже задница вспотела. Я и на тишине видел. Как-то... Не помню ник уже. Ну, в общем, да, распространенная вещь. Так, а ты где? А. Играешь или нет? Я в этом бою, в объекте. И там против тебя отряд, что ли? Да кто-то там был, да, из троих. Три штучки. Ай, застрял. Два отряда относятся. Это молот, фриз, рикошет, молот. Да, но мы в этого пороться не будем. На громе? Смотри, как оно залагивает. Ай, все. Включился ко мне. Да они потеряли твоего того еще. Ты на чем играешь? Ну, Хантер-Смоке. На стандартном. У меня пока еще ничего нету. У меня половина матчей вылетала. Ну, не вылетала. Ну, в общем, наград я не дожидался. Да то же самое. Пускаем его. Успеем, да, успеем. Давай, давай, кайф, молодец. Вы втроем, что ли, играете? Не-не-не, я один. Не, против троих? Ай, ну их было только что трое. Сейчас уже понятно. Четверо. Меня к ним закидывало. За них я вышел. Так, ну мне биться не вариант. Мне надо вот это делать. Есть. Теперь флаг. Смотри, зачем ты отвернулся от меня, надо было не отворачиваться, парень. Опа. Я был на таких понтах, мог выстрелить и все. Ну, я звонку получил. Упс. Вот с этим я воевать не хочу пока что. Так, флаг. Блин. Я не хочу, а он хочет. Все, проехал. Место заняли. Упс, не увидел прицел там. Рям. Так, это наш. Еще один такой же читер, такой же на Арисе. Да что он так разъезжается? Место прям парню уступает, чтобы он проехал. Ну, давай, давай, давай. Павел там сзади. Блин, занесло. Сейчас прыгнет. Да, угадал. Сначала уехал, потом опомнился. Там же флаг забирают. Где он? Вот он. Как же они по мне попадают, дети?
Ну так понимаю, читер это будет теперь вечная проблема. Упускаем. Да. А что тут взял, зарегился и давай по новой. Все же вместе играют. Что к этому придется относиться несколько более свободно. Ну да. Кликаем зипку. Но серф выкидывает, это, в принципе, обычное явление. Так, этих мы бить пока не будем. Амбо и Зиду. А меня убить? Тоже произошла неожиданная ошибка. А если ты самый интересный вернешься, то ты, скорее всего, будешь вообще за другую команду. Нифига себе. То есть он как бы возвращает, и потом с нулями ты будешь. А на сервере нету резервной копии игры. Там у танков их было, а у этих нету. Ну, неприятно, однако. Да. Очень даже. Ну, хоть в бой вернет. И думаешь, а нафига, знаешь, вот я вчера в тире играл, меня выкинуло, я вернулся, но против него, за проигравшую команду. 2 минуты играл. Его укусил. Весь вечер. Кирин, тебя не разбомбился? Да не, они выигрывали, он на первом месте шел, вот так рожали, сидели. Да, я в нулях. Ну ладно, хоть победим, надеюсь. Давай будем стараться на победу. Было уже 200 очков. Ну хоть за мою команду закинул. Ну это тоже хотя бы хорошо. Ты знаешь, потеешь там, я набирал именно, знаешь, такие очки, которые нигде не учитываются. Называются очки блока, когда ты блокируешь врагов, чтобы они не наехали, не уехали. Увы, статистика такая не ведется. Давай, пихаем его. А еще здесь баг иногда бывает эти. Корпуса без пушки. Опять меня выкинуло. Да, корпуса без пушки видел. А еще есть твинс, который стреляет как смоки. Это не баг, это фича. Как мне сказали. Да, ну часто. 2 раза за бой выкинуть, это прям неприятно. Теперь скоро сервак уйдет в клин, и он будет перезагружаться. О, мы уже всех потеряли. Ну или всех выкинула игра. Опять еще 0. Мины пауки иногда не бегают. Стоит и все. На месте. Слушай, ну уже 3-3, а было 3-1. Нормально так. Давай Васпик. Давай Васпик. Его подблочу, Васпик. Удачно он на меня наехал. Так, 2 залпа дал. О, я убил Флагоноса со своей базы. Читер. Ой, несется ко мне парень. Давай, 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 молодец. Так, Юниверс. Ах, черт, меня закосило.
у меня хп мало. Знатно так развернуло, и ему как раз ровный путь. Да, серфу Титу этот прям неприятно. Давайте мы всякие случаями врубим. Опять меня серф выкинул. 4 кило. О, блин, у меня все уже заканчивалась игра. Техработа. Пипец. То есть, знаешь, на самом деле очень много недополучил очков антенеров всего. Да понимаю, понимаю, согласен. Чекрас тоже бомбит. А у Кирюха как бомбит на это? Он, кажется, автоматически переподключился. Молодец, можно не закрывать игру. Оказывается. Я каждый раз закрывал и открывал. Нет, а знаешь, как если есть надпись «Рестарт», то надо самому ручную. Если нет, то просто подождать. Нет, техработа написала. Я не стал выходить, пошел в чат читать. Она сама. Что, ты ж вылетел, да, наверное? Да, и ничего не получил. Ни опыта, ничего. А опыт вроде ж дается. Блин, не хочу. Давай это. Подождем, пока она запустится. Ты не хочешь в этот продаем? Вообще, я бойню не хочу, я репин. Ужасно. Я пока посмотрю, что там у меня по модулям. Даже что-то улучшить можно. Инженер. Давай ярость возьмем. Вампиризм все равно никто не переплюнет. Не, ну если есть своя Изида на дикогроме, то можно на ярость отыграть, в принципе, там. У меня всегда ярость стоит. Не, на громе, на шафте. Я на вампиризме играл всегда. 15 тысяч хп, слушай, а было так? А, это подожди, это урон в минуту пишет. Я подумал, у Хантера 15 тысяч хп. Нормально так. Давай инженера пока апнем до прямодействия. И здесь. Да, я запущу, посмотрим. О, еще хуже. Слушай, а там я видел отряд с четверых, значит, все на месте. Да. Надо только... Олю тянуть. А чат, здесь еще этот отряд из троих бесится, носится еще и еще из троих. То есть нормально так, они фармят. Да я вроде увидел на карте там четверых, нет? Ну это самые такие, они здесь шастают. Или мне показалось. Ну, вообще возможность же есть, да, вчетвером играть. Ой, да. А то. Я не помню. По-моему, можно. Когда-то были слухи о том, что сократить отряд. Помню, я тогда вопил тоже, что нафиг это надо, если карта на четверых, зачем нам отряд на троих? Не, на четверых можно, можно. Ну вот. Ну, я ближе к дефу где-нибудь постою. Я тоже сильно не буду лезть на стоковой Хантера с маке. Там где-нибудь. Тут поприсутствуем. Он у нас там на этом, на Васпике носится. Ну то этот. Микадзе. Рогов не убьет, но сам умрет. Вот этот ДДшка еще даже ничего такая. У меня еще этот инженер сейчас. Ох ты. Больно, однако. Я вроде под броней был. Нормально, у них 4 этого шафта. А кто еще будет здесь играть? А у нас Васпики. Ну, у нас вот тут Кинг этот есть. В принципе, он нормально играет. Без разницы кто. Кинг. Да. И тогда надо действительно туда двигаться ближе к ним, потому что издалека я на смоке ничего шифта не сделал. По урона. Сблизи хоть можно по 600 критовать. Именами. Блин, перебил. Ну ладно. Да ты посмотри на них там. Раз, два, три, четыре. И вот пятый здесь. Пять, да, шафт. Потому а, это еще и захват флага. Слушай, так можно их немножко... Пообманывать по низине, покататься. Попробуй, у них у всех радары. Ну, пытаться надо.
меня, правда, модулей уже нифига нету. Ох, тут еще и Зиды торчат. А вот наш флаг везут, кстати. Я не могу это делать. Это какой-то читер, знаешь? Упс. То есть настолько быстро прокатился он, что я не знаю даже, как такое вообще возможно.
Так, я вернулся. Что у нас там? Плюсики добавились. Давай кофе, погнали. Тут? А, тут. Тут. О, это пойдет. Я так понимаю, это уже начатый. Смотрю, в битве там. Наверное. Давай я изидку возьму. Ты у нас больше. У меня пока изиды нету. Чудика Гром свой любимый. Три изиды и два. Бай. Так, где ты его? Да ты сильно не фокусируйся на мне. Ой, мамон, фу. Да, там его две изиды лечит. Нормально. Ух ты, как ты умудрился. Опять не достаю, блин, но я к имени... не скоро привыкну к этой дистанции маленькой. Давай умирай. И умерла. Так, ну мы попали нормально. В плане того, что только начало. Было бы куда неприятнее, если бы это был уже процесс. Вот у вас по изи это, конечно, для ТДМа сразу говорит о том, что человек не понимает игры. Я так понимаю, сюда новички, по сути дела, не приходят. Ой, я туда по изитке попадаю. Ой, сорян. Это ты. А, подпер. Да, сейчас. Еду. Просто разорвали эмиками. Мне временно тоже мину взять. А, ну это ж в пушку страна. Дается он, да? Я не могу мину брать. Ну тебе не надо, тебе на самом деле ДДшку бы и что-нибудь еще. У меня эми стоит, как всегда, в классе. Возьми ДДшку, назад отъедь. Смотри, сейчас тебя там съест, приз. Допустим. Сори. Это не срослось. Ехать. Ох, питанул. Смачно так сплыл. У меня еще инженер, то есть у меня подобранные припасы дольше держатся. Блин, там фрикс. За лента. Нормальный ник такой. Опять выкинул. А вообще трындец. Люстер, найс, 5 секунд акция матча осталось, выкинул. К сожалению, такое бывает. Ну да, она постоянно. Это, видимо, когда слишком много людей он начинает. Ночью такого не было. Ночью, увы, поиграешь. Я что-то вчера играл, смотрю на время, 2:30. Ой, что это? Ну, выходные у тебя еще, да, есть возможность. Так, блин, тут же рестарт нажать надо. Сижу, жду такой. Медитирую. Грузит. Разве? Грузит. Он сам грузит, когда тихо работает вроде. Дай переподключиться. Но он мне не предложил его переподключиться. А потому что выкинул всех серверов. Не просто питал, а именно там же через работу. Понял. Ну так даже лучше, знаешь, хотя бы вместе пойдем. Блин, ну не, давай. Давай покинем. Сию юдаль скорби. Меня не хватит на вот эти бойни и аресы, это вообще. Реально, тот, кто создавал эти карты, вот, адекватно не воспринимал физику игры и вообще механику этих корпусов. Даже Репин тот же там, тоже вот эти вот легкие скосы, на которые угол наводки плохо реагирует. Да. Точно. Фиг с ним. Давай будем здесь.
Нет, подождите, если не пушку. Так, выбрать. Че, не успел? Мораль, не просите М8 сделать побыстрее. Меня выкинуло. Интересно, их скоро забанят? Успеем поиграть или... Или уже через недельку альтернатива вспомнят своем детище, которое она незаслуженно прикрыла. О. Блин, ну конечно, вот на таких картах играть на смоке — это вообще дружеская. Но качаться еще долго. Я так понимаю, еще вайп будет. Я не удивлюсь, если меня еще кинет против тебя. Полетел Васпик. Радует, что пока хотя бы Васпов много, можно хоть кого-то пострелять. Да, я против тебя. Знаешь, теперь будут тебя сейчас отстреливать. У нас этот пакт о ненападении. Нет такого никакого пакта. А вон ты появился. На тебе еще раз. Посмотри, там целая грядка этих шафтов. Чего это так тихо? Много должно быть. Лазеры. Лазеры не повсюду. Эй, какой ты. Разогнали, кстати, шафтов. Момент огром. Допустим, парни. Да, для хантера смоки здесь как бы не разгуляешься. Мне предлагают в группу вот этот босс. Кого? Босс предлагает в группе в пати поиграть. Пишут, что мы с тобой играем. Не вижу сообщения. А, он с тобой? Да. Ай, я зацепил. Я могу пойти, да, короче, с нами. Ох, сколько там целей. Прицел аж прыгает туда-сюда. Знает, в кого стрелять. Нас пригласит после этого раунда. Ну что, третий, нормально. Ну я не против. Кирюхи все равно нету. Я так не против. Третий нужен. Раз тут по 4 играют. Интересно, Оля все-таки придет на это? Оля не выдержит нервы играть с этим лагом. Но в то же время у нее не выдержит и, да, не играть. Давай. Есть. Зипка оказалась настырной. Но уроны, конечно, просто... О, вот это был вкусный урон. Крип. Вообще. Я бы уже рельсу иметь. Рельса, он что-то не под самый конец приходит. Но он нормально потом выносит. 2/3 этого
корпус, как он называется, блин. Хантера. В смысле. Как называется корпус? Забирали. Так, понятно, мы что-то сливаем по полной. У вас там шест во всем настреливает. Гром. У нас он мамонта гром. 6-1. Кого-то там он... Ага, били. Думаю, почему я не попадаю, а там просто башня уже... Прыгает, скачет. Рельфор, давай-давай-давай, есть. Скачечка. Попал. Отлично, о, бронька. Бронька на инженере, это приятно. Да, так вообще. Рандом. А кто это у нас тут? А я не хочу с тобой воевать. Вы чокнули на базу, приперлись все. Я вообще не знаю, ну все стоят, и я стою. Дайте нам хотя бы респануться. У вас тут АФКшеры некоторые. Да. У нас тут эти мамонты, приперлись, и хрен их вытащишь. Ай, зацепился. Да, Черкас пока. Или Черкас, блин. Ник. Хочется Черкас назвать. Сот крит. Да, единственный плюсик на смоке — это криты. Тебе дал? Да нет, не ко мне. Что, меня фиг найдешь, я такой же, как все. Да. Ох ты, несусь как. Низко не успевает, я уже круг навернул, а он там только начал. Я, наверное, тебя бью. Я вижу просто да. Куст. Так. Вижу, что красный прицел на куст свелся, значит, там что-то есть. Вообще прицел спрыгнул в другую сторону. И пёрлись тут на езидах. Тебе хорошо, ты хотя бы далеко встать можешь. О, левел ап. Вижу. На тебе на 1000. Почти убил. Ауч. Я долго сидел и ждал, пока ты назад откатишь. Я думал, ты уже, да, на другую цель смотришь. И не такой уж вкусный пирог, этот Хантер. Да, к шахту он тут привык, к его башню. А, и он успел раньше. Тысяка меня подлечит потом. Кто-то у нас в Дискорде пишет. Обычно Кирюха так любит. Во время игры, как начнет писать. На войс бы зашел. Так, по изиде надо бы побить. Ну, он с дамой пока. Ауч, мина.
Так, вижу цель, но попасть не могу. О, могу. Раскачать. Его хилят. Он хилится тоже, ладно. Потерял времени. Низи, да? Гоблин. Нормальный ник такой. Блин, всех бью, никого не убиваю. Ну, что не съем, то подоткусываю на критах. Заныкался. Ай, не убежал. 27 пойдет. На смоке. Ну, МВП еще взял. Ну, а ты думал. У меня же уже модули целых 5. Нет, надо брать эту. О, ярость можно апнуть. Физика. И Эйми. Так. Ты мне... Ого. О, смотри, захват флага. Гром. И на гром. О, класс. Иран стоит, хорошо. Смотри, они, видишь, они на мелких не будут катать, забирать. И ошибка. Здесь ты вернешься, ты... Не нажал рестарт. Подключиться в битве, и он просто меня заигнорил. Давай попробуем выйти. Ой, как она орёт ужасно. Уже полный. Уже 6. Он не запомнил, что я там был? Да. Да. Он называется, вы еще будете вспоминать те времена, когда могли стабильно поиграть. Да, да, да. Со слезами на глазах. Солидно. О, вернуться в битву. Да, я нажимаю на него возвращаться. Ну что, мне ждать, наверное? Ну, можешь пока поиграть где-нибудь. У нас будет быстро, уже у вас первый флаг у вас привезли. Так, что мне надо? Эми, ПУ. Ну, импульс я не любил, а вот до патрона тогда. Короче, вот эти три. Вампирка и ярость, наверное. А здесь я всегда... Да, Рикс. Я хочу с тобой играть. А я с ними буду. Уже один-один. Не, я подожду тебя, наверное. Наверное, точно. Ускоренные приводы. Я помню, брал, но, блин, со мной на шафте смешно, когда эти искорки тебе в прицел лезут вообще. Ну да. Температурный блок. Он был бы прикольный, если бы он аннулировал полностью фриз и жизнь. Хотя, наверное, фриз это было бы имба. Их замедлишь, смысл в фризе. Ну ладно, хотя бы наполовину. Резал замедление и рожек поджигания. Два USD задонать не хочешь? Или деньги улетят в минуса? Здесь нет такого. Ты попробуешь задонать, тебя выкинут с
с ошибкой. Понятное дело. Даже кристаллы тратить, по-моему, не на что. Ага. Спереди будут и прокачки, и корпуса, и все. И корпуса вроде не качаются. Блин, да, Рекс, я жду качаку. Был бы я в соло, я бы зашел, пожалуй. Новый модуль. Их много доступно. Двести кристаллов, 300. О, Иську я уже могу купить, а вот гном нет. Иськи очень быстро качается звание. Опыт очень много дает. 14 стран. Лечение, да, все. Ну, Зиду я, пожалуй, да, возьму. И в кустах. Ага, Викинг только нельзя взять. Не, Зида на Хантере мне не нравится. Я помню, у меня пресет был любимый, это Дико Гром. Для ЦТФ это был Хори Молот, если в атаку, если в защиту Хори и Зида. Для ТДМ второй это Вика и Зида еще какой-то был. Последнее время мы играли с Кирюхой. А, Хантера Рикошет, вот. Вот на Рикошете Хантер, конечно, хорошо играет, потому что он углы наводки делает нормальные для Рикошета. Мы тогда все заплевывали шариками. Тут же еще эти есть пресеты. Где они тут у нас находились? Один бесплатно, остальные за бабки, которых нет, которых не донатишь. Жаль. Мне бы хотя бы 4. А ладно, 2 хотя бы. Один под СТФ, один под ТДМ. Не, второй откроется у тебя он после какого-то ранга. Ну а дальше ничего. Тогда нормально. А хочется 4 все-таки. Главное, что не один, хотя бы так уже. 2 сойдет. Сменить корпус, паспорт. Эх, диктатор на 15-м ранге аж. Реально. Зачем тебе диктатор? Зачем? Для ДМа, Дико Гром, мой любимый. У них шафт. Достал. Эх, нет моего значка заслуженного, по-моему, да? Мастер лига нулевого сезона. Есть в контейнерах. Да, его тоже раздают. Да. Все в контейнерах есть. Контейнеры они что, падают? Не-а, надо покупать золотые кристаллы, которые хрен так просто достанешь. Кристаллы 106. Наград я уже забрал. Деликов нет. Прем. Давайте купим прем.
не получается даже отрядом этих выбить. Какие-то они жесткие. Я уже все покликал, что ой, можно ой, было. Ой, у нас у них всех покикало. Чувствую, меня сейчас кикнет. Ну да, их кикнуло, и мы привезли флаг. Красота. Ну а это как у меня было на объекте. Вели со счетом 3-1, пока перезашел дважды. Уже 3-3, потом стало 4-3. Ну и чё, сейчас сервак упадет, мы не доиграем. Или это они как-то намеренно делают, когда они могут выиграть? Мне однажды так показалось, но, блин, как-то это жестко. Такое чудить. Не первый раз такое встречаю, когда мы либо проигрываем, либо все не можем выиграть. Сервак падает. Либо народ начинает кикать прям. Ну, к этому морально надо быть готовым, как читером, когда играешь на фришках. Что те, у кого есть кнопка, да, доступ к управлению сервером, они могут делать, что захотят, к сожалению. А как показывает практика всяких других проектов, я, по крайней мере, на примере L2 беру, то да, админы любят это дело. Особенно играющие админы. Там же не один. Один может быть и добросовестным, а остальные. Это еще тут нету, да, доната для всяких штук. Кто там, я не помню, этот парень такой, после Минаха, который пришел, который с модулями на плюс 1000 урона ходил в бои на стриме. А, здесь, знаешь, еще с доставку за рад флагой эти очки не дают. Да. Угу, сломано. Ну, обидно. Ну, я все равно его таскать по привычке буду и возвращать. Это да. Как же мне там шафта достал? Что у вас там по таймеру? Выиграли. О, отлично. Я заждался. Так, мне еще 4. Что я тебя приглашал где-то? О, заход флага. Ну, что делать? Убирать. Этот Репин напоминает карту в игре Sonic Heroes. Там тоже что-то подобное было. Летучие корабли, вы по ним прыгаете туда-сюда. Старенькая игра, очень. Так, ну я ближе. Тематика была именно такая. А, это СТР? Там где-то в середине, пожалуй. Уф, там уже кто-то летит. Соединение с сервером потеряно. И опять выкинуло? Да. Ну, если пустят, то... Ок. Не все дефают. Но если, блин, опять не будет пускать, то... Нет, я, наверное, сам тогда пойду, потому что... Посидеть 10 минут, теперь еще 10 минут. Как-то это не камильфо. О, все.
Ощущение, правда, меня это... кинуло за другую команду, но... Да. Строим по стрелушке, да? Не все. Дефолт. А, ты там? Так. Надо тебя пристрелять. Где-нибудь. Увидеть. Мне кажется, ты меня в том матче фокусил. Зачем в этом? Не, я не фокусил. Один раз всего лишь дождался. Нам едут, а у нас... Юниверс мчится. Все плохо. Так, надо встречать, кто-то сейчас выйдет. Не, не придет. Забил его. Сейчас был такой вкусной целью, и как раз таки меня убили. Давай его столкнем. А, там же поставили барьер, да. Тебя это спасет? Нет, не спасет. Там уже второй так спрятался. Он сидит. Пока сидит, он там, кстати, не мешает с собой. Наш флаг уходит. Напрыгался тот парень. Сейчас я помогу им здесь провести флаг, потом меня выкинет, и я попаду к вам. Если у нас тоже кого-то выкинет туда. Это бывает редко. Кто-то промахнулся, не знаю, ты ли это. Нет. А, вот и ты посерединке. Ну, если это ты я. Про смоки, то да. Я тут этого вашего рикошета пытаюсь контрить. По жопе мне не бей. А, ты на Груаме. Я думал, да. Ты на шафте. Привычки уже. Да, если ему удастся вылеты починить, то это уже будет огромный плюс. Нет, спасибо, я с вами не хочу воевать. Блин, нас флаг тащили. Верните флаг. Жига, отвали от меня. Придется прыгать. О, отстань. Ой-ой-ой. Кажется, я переиграл сам себя.
Ну, называется, если сами не атакуете. Ну да, кто не атакует, тот не выигрывает. Да. Проиграть, конечно, тоже можно атакую, но... Слетел. Так, ладно, пятимся, пятимся. Как я тебя задрало хорошо. У меня пилки не было. Друг друга выстрелили. Ауч. Ах, ты целишься, да? Ты целься дальше. Не знаю, подобрали. Не, ну в принципе ребятам тоже не позавидуешь, вот это постоянно перезапускать сервак и вообще. Я представляю, сколько негатива льется тех, кто не может войти в положение, понять ситуацию. Упс, сори, прикрою. Что-нибудь начислят или нет, интересно? Ну, поражение. Сразу... Ну, раз лучшего игрока показали, значит... Наверное. Начислят. По идее. Но я так глянул, кстати, в статистике, жамкнул, когда нефиг было делать. У меня уже 8 побед. Значит, мне те матчи засчиталось. То есть, может быть, и контейнеры я за них получил. Ну, опыт в контейнер. Ладно, я пойду пока. Котиков покормлю. Давай, тебя ждать или... Ну, я минут через 15 приду. Перезапускает. А, нет. Нет, ты можешь поиграть пока при меня. Хорошо, давай. Я звук просто выключу. Угу. Kills again. Так, неужели ты меня впустишь? Не. Будем ждать. Дрон. Дрона ввели, я не помню. Вот этого вот летающего, или обещали. Надо будет зайти в этот. Да, ввели, по-моему, их. Или нет? Три года не заходил в игру. Эх, работаю.
Да, я тогда грома, конечно, докачаюсь с такими этих работами. Интернет там просто подлетел метра на 3-4. Да, единственная беда, то что игра перезапускается в окно, которое убирает у меня снизу полоску. Потому что вообще тогда в полный экран не перейти, да и все. И альтабаться. Загрузишь, нет? Матчик. Сейчас бы Иран какой-нибудь, а еще лучше песочницу. Он с топом песочницу. Так, давайте глянем. То, что глянем. Контейнер. Ой, не контейнер, чертежи. Мне ничего не дает. А, тут же их нет. Ладно, поехали, я пока в гараже гляну. О, пойдет. Так, сменить код. К тому уровню надо 7, а я 5. Еще не скоро. 15. Это долго. 12. Гром на 6. Я готов. Ехали. Люстер. Листер. Дрона, да, дрона вели. Вроде ж не помню. Реально. Запамятовал. Добавили его или нет. Его там выхиливают, поэтому надо. Я не дам ему стрелять нормально. Меня тоже бьет. Это, конечно, удобно на изитке устроиться. Да, без ПУ тяжко их пробивать. Громик пропусти. Оно еще под этим. Ай, не въехал почти. Под аварийкой, под изидой аварийкой вообще висел. Ладно, тогда эмимся. Добавил я и поехал в ПАК возвращать. Это читер, по-моему, да? Нет, не увидел. Да, походу, скорость что-то у него там неадекватная. Блин, прицел соскочил.
Кому попадает прицел, вообще непонятно. Кто-то там есть, пропускаем, да? Блин, парень. Ну да, вот он носит, смотрите на него. Нужно... А можно на Твиче в яркий момент отрезать и экспортировать. Либо здесь нажать Alt-F10. Не, лучше, наверное, на Твиче просто. Это проще. Alt-F10 это там лезть в... Premiere Pro искать, вырезать, прочее, прочее. Через яркие моменты будет проще отрезать, а потом скачать на комп. Блин. Когда-то вы заблокировали путь для стрельбы. Ты рядового сурвера. Ну, нормально. Ок. Так, его надо вбить. Я не вбили нифига. Ай, щит ушел. Я помню, стрелял в меня. Так, минуса. Интересно, он подхилился. Я пришел, как у тебя дела? Пойдет. Банимся, банимся. Не проигрываем, но и не выигрываем. Ну, главное динамичненько. Просто выкидывай тебя, да? Не, я не выкинул еще ни разу. Уже начинаю на отряды грешить, может. В отрядах выкидывает. Хотя сейчас вроде никто не улетает особо. Я имею в виду из... таблица верхняя. Точно, за прошлый бой так ничего не начислили. Все стабильно держится. Уже даже красные точки апнул. О, 1-0. У нас тут тоже читер за меня играет. Ты вместе с этим играешь? Кем? Не, я встал, играю. Я сам зашел. Ай. Вот этот вот сурвер, о, блин. Хилка, хилка, хилка. Давай, 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 давай. Сурвер Снифер Бир. Вот как он называется. Так, я не успел. Он на первом месте сейчас. Снифер Бир. Так, прикрыли. Хорошо. О, нет, плохо. И я умер. Надо шафта отогнать оттуда, а то он стоит так на позитиве вообще, блин, чел, ну ты бы стрельнул в него. Приедет на кого. О, забанили его. Прикольная надпись, хотя бы видно. На 24 часа или что ли блок получил? Не знаю, не знаю. Что за надпись-то? Написано забанен за читинг. А, вон, was banned forever. Давай, Жига. Это вручную какие-то баги. Ну да. Бесспорно, вручную. Главное, чтоб сейчас вылетать с рвань начали мы.
Ну да. Силка, не дать ему взять. Я не буду уже тратить броню. Ау. Короче, заберу, что врагам не достался. Тогда один паникует, у вас мусульмане флаги уводят. Давай. Есть. Блин. Короче, я вроде попадаю, но, по крайней мере, мне казалось, я попадаю. Чё-то я пропал, мне кажется. Он ехал и не доехал. Прикроем своей пушкой. Так, раскачиваемся. Хорош. Слушай, я не знаю, как они на шахтах шотают. Я могу так сказать, у меня так не получается. То ли это у них какой-то чит на повышенный урон на шафтах? Ну, что он просто... А я не помню, тут есть же прокачка еще какая-то? Или только модули теперь качаются? О, у меня новая лига. О, 22-13 пойдет. Помощь 36. Вот бэт. О, повышенный урон дали чуть-чуть. 4 с 5. Ура! Ярость. Не дотянул чуть-чуть на ярости. Так, приглашаю тебя. А вы еще там можно пригласить? Ну, блин, не-не-не-не. Давай не будем. Сейчас они забьют карту. Там еще два отряда. Я пока корму себя. Бахну. Апну. Не хватает еще кристалла. Я не помню, у нас заигрыш не дает кристаллов, да? У нас дают ящики. Я не помню. Это там за переход в лигу один раз награждают, да? Да, у меня теперь. Блин. Серебряная лига. Им бы отключить вот эти большие карты пока. Хотя бы пока. Если их можно отключить. Не в состоянии их отключить. Смысла в них большого нет. Народ все равно по ним ливает. На мелких хотя бы онлайн держится, не убегает. Мяч играли. Так, пробуем. А, блин. Ну скоро карты они уже забьются. Карты на четверых. Блин, как он называется? Объект? Да. Ты там не 4 на 4 играл, а 8 на 8. Ну, я помню, это на 1 апреля, по-моему, было. И вот есть такая карта здесь. Есть карта еще песочница. 8 на 8, или там сколько, 10 на 10 с этим величием, то есть сзади. А, да, помню. Из леса ты выезжаешь, и там стоят. Тоже забавно. Ну, это такое. Казуалочка. Просто для фана. О, вот это меня стоит.
Командная битва. Смотрится. Давай я эйзитку возьму. Ну, мы тут сольем 100% свои шапки. Ну, понятное дело. Нам надо еще Кирюху и Олю вытянуть. Блин, тут он, судя, проиграется. Там уже неуязвимость и прочие прелести. И мамонт. Мамонт и шапка. Дай пойду его убью, пока он сейф. А, не убью. Хотя у этих есть шанс, то есть у них не все прогрузился, не весь взвод. У них два только прогрузились. Ну, 2-2 это уже честно. А, это ТДМ, да? Или стоит? Да. А, это ТДМ, блин, куча шафтов, мамонты, это вообще. Тут еще гемор. Это не весело. О, там Васпожига. Вот, милая, Васпожига. Ура. Покуси мультик. Хоть что-то приятное. Мы отыграем. Помнишь, как раньше? Нам не обязательно шафтов убивать. Достаточно мелких. Ну да. Конечно. Так, ДДшка давай. Падает. ДДшка упала у нас. Блин, у нас твинс такой, деревянный. Он зацепил уже. Шафта попалась. Шафт напирает. Еще один да. Шафт. Шафты не эти на скидку мы начали. О, что я. Неудачи уперся. Нет, шафты, они даже, знаешь, не цели с тебя будут. Я постреляю пока его. То он прям стал в наглую. А ему пофиг, там, знаешь, он тебе носки кидает и все. Это понятно вообще. Шафт навскидку бьет почти так же. Да, какая-нибудь другая пушка, это слишком удобно. Зря он по мне не стрелял, кстати. Я был вообще на нуле. Единственный плюс у мамонта, это же он пока доедет вообще. Мы уже переедем. Ай, шафт наш промахнулся. Нехило у него инвиз. Или он вылетел? Вас пожига. А, он вылетел. Я так офигел, подумал, что они инвиз пофиксили, сделали его реально качественным. Парень так резко пропал прям вообще. Блин, шахтеров куча. Вода. Добиваю его. И вообще, без хп. Ну, смоки единственное, что радует, это рандомные криты порой. Так приятно бывает увидеть. Ну и дальше плюется. Кем-то плюется. У него еще там вампиризм и аварийка. Короче, этот мамонт максимально живучий. У меня хана.
Ну и стенка еще туда же. Ну ладно, зато он медленный, вот что приятно. Был бы он на викинге, было бы, наверное, да, более неприятно. Вроде ж пролазим, да, тут два хантера? Да и трое, потому что мы выигрываем. Да. И то пока. Нет, сэр, спасибо, не надо в меня целиться. По мне он зря вылез, он все равно умрет. Пока не сейчас, но урона он впитал много. Упал. Оп, ставился. Где там враги? Врагов вообще не вижу. Сзади. Ну, мамонта, да, вижу. Второй где? А, вон они появились. Блин, мне бы его убить для модулей. А, и соскочил. Смотри, он плюется как смоки, но при этом еще обладает возможностью вдаль стрелять. Он плюется как гром по хп. Ну а по скорости как смоки, считай, мы практически одновременно залп подаем. Короче, это да, очень неприятно. Ах, соскочила. Льется тупо как смоки, меня прям это добивает. Нафиг тогда эта пушка? Давай есть шафт. Ну, этот дурень десант там прибежит. Ай, черт. Не, все-таки не как смоки. А, это он задержался просто. Решил целиться. Думаю, мало ли. Не расходимся. Вы две смотри нормально можете. Их ну, вот так пойдет, я думаю, наклону. Блин. Ух ты, много урона пошло. Я промахнулся. Это новенький. Упал. Так, Палкон, бери ДДшку, не тупи. Я пока лечу, давай. И забивай его прям. Заплевали просто верблюда эти. О, их уже четверо стало. Да, реально, он стреляет по КД как смоки. Я вот клинч вхожу уже энный раз за матч. Я стреляю, он стреляет, я стреляю, он стреляет. Не помню, неужели так было и раньше? Мне кажется, все-таки у шафта задержка была какая-то. Мне тоже так кажется. Не столько часто не было, как я помню. Ну и я вот тоже, мне кажется. Минута осталось нам продержаться. Он по мне стреляет или по тебе? У меня такое чувство, что он промахивается.
Так, уезжаем. Потому что он стреляет, а урона нет. Он стреляет, а урона нет. Ты раскачиваешь корпус. Ну, понятное дело. Конечно. Я тебя прикрою сзади. По возможности. Я этого пока полечу. Так, вниз. Не упало. Эх, шахтер промахнулся. Два шафта — это уже перебор. Да, пойдет. Уже он быстро сходится. Так, иди ко мне. Вон, красавчик. Там шафт. И оба за стеной. Ладно, ничего страшного. Сыграли хорошо. Да, пойдет. НЛП. Опа, молодец. Ящичек. Нет. Не заслужил. Ах! Меня моментально кинуло. Ты тоже. Можем выйти. Да ладно, давай. Разок. Помню, почему я не люблю эту бойню. Это ТДМ? Да. Пойдет. Еще и ТДМ. Ну ладно, давай это. Не отъезжай. А, ты изи, дай. Ну давай, можем выйти. Хочешь? Да ладно, я тебя полечу и все. Нет, что, я буду. Ну что, ты забыл, запамятовал, что ты на изи. Меня также кинуло, я не успел. Серый кардинал, это же с нами играл еще в Танк Хэкс, правильно? Я не помню. Ник знакомый. Я помню вот этот вот, кажется, сегодня на песочнице, LML. Кажется, это какая-то была дама на форуме. Такая больная императрица. Да. Так, ладно, я пока отойду. Давай. C7RayZ, привет. Я чувствую, у нас этот вас Потвинс подведет. Так, ДДшку будешь брать? Не. Я уже и респа не помню, где там эта ДДшка лежит. Нормально меня так спи, сразу. Блин, вот что за хрень такая? У нас куча ближних боев вообще, так-то да. Прям вообще не под эту карту. Поэтому уже 1-3. У них вон дальнобой шаг. Ты уйди, ты не мешай, кардинал. Блин, мимо. Юниверса занесло. Эх, шафты. Говорю, как же мне не нравится эта пушка. Я не понимаю, на самом деле. Так, сейчас я отведу. Вовремя.
на миизну. Бум, разлетелся так красиво вообще. Шикарно. Реально, игра бы без шафтов так заиграла бы. Касками. Ну да, были по рельсы, но это полбеды на самом-то деле. Рельса, по крайней мере, не может плеваться. Представляю, если бы рельса еще тоже могла так тараторить выстрелами. С другой стороны, она настреливала. Ну куда вы уезжаете? Вода, ты где? Я тут кораблю. Нас с левой стороны расстреливают. Оттуда надо убирать. Понимаю, но рядом со мной молот, и пришлось все-таки реагировать. Блин, вас помешал выстрел сделать. Так, там стенка. Теперь справа заезд, двое. Походу, Юниверса тоже кинул моментально. И он специально на бой не пошел. Не, я думаю, не специально. У меня тоже бронька. Вниз. Отъезжай почаще вниз. Да я пока еще не приноровился. Бойни этой. Ну да, соглашусь полностью. И цело. Больше не уезжай, просто постарайся. А меня шафт шотает. Я выезжаю чисто вот пострелять туда. Вариантов на самом-то деле мало. 0.5, зашибись у него. Ну вот, хоть один. У нас слишком много ближнебоев. Ну, таких вот. Лоу АОЕ. Нет, АОЕ, пожалуй, это не уместно. Применять это не то. Опа, как Эми на двоих сразу, хорошо. Хорошо, прячемся. Жопу-то не выезжает, а корма повышенный урон. Забыл, что ли? Там желающих до коммерсарского тела. Там этот молот катается. У меня бронька через 5 секунд. Ты что делаешь? Маша отсюда. Опа! Так, езжаем. Ну это он зря приехал. Это да. И Эми не достал. Но это нормальная проблема сейчас. Первоуровневая Эми — это прям боль для меня. Боль. Я уже начал чуть-чуть привыкать. Совсем да. Чуть-чуть. Хорош. Конечно, на смоке вот это вот по 130 урона жахать.
Паунч. Как хорошо стояли. Сейчас приеду. Ты на кого? Это я не туда нажал. Бывает. Вот этот шафт меня пасет. Понимаю, фул хп он мне не сносит, но вот стоит чуть-чуть хотя бы просесть, и я умираю. Ака, ты мне слегка мешаешь. Так, шафтер целится. О, он промахнулся. Дождем, подождем. Ах ты, куда ты собрался стрелять? Разом будешь. Промахнулся, да? Не попал по тебе? Или попал? Да, по-моему, попал. Эх, жаль. Я метил ему сбить прицел. Мака, конечно, пихает слабенько. Во времена моей молодости, в 2010-м, у Смоки был не очень урон, но зато у нее физуха была приятная. Прям вот в боковины стрелять и сбивать прицелы, это было вот основная фишка Смоки. Шафт. Да хватит умирать-то. Знаешь, как сложно умирать? Я тут стараюсь изо всех сил умирать, а ты меня лечишь и лечишь. Лечишь и лечишь. Хоть бы умереть дал разок. Я там один стою справа, а он уехал налево. Я, увы, появился тут и ехать, конечно, долго. Сейчас умру и приеду. Жди, я к тебе почти доехал. Блин. Иду, еду, пусть. Плыву потихоньку. Как же мне не хватает старых танков вот этих вот. До гонки вооружений. Какая же там была приятная физика. А умирай ты. Умер. О, умер. Хорош. Наконец-то. Там сзади. Эх. Я отомщу за тебя. Ну и сам умру. Здесь 28. У нас, по сути дела, серый кардинал половину очков съел. Что ты делал? Да, это лихо. О, черт, на другой стороне появился. А, лихо. Винодиловка. Так, стеночка. Хоть награды дадут, по идее же, да? Не будет. Да не успеют. Не, должны. Все вырубится. Оно не моментально вырубилось, да. Да, все, мне начистило. Шуть. Чего-то там плюс 4. Да, имбы сервер помощнее. Если бы можно было премку купить, да? Чтобы они купили себе сервер нормальный. Как Кирюха правильно сказал, это же частный сервер просто. Ну да. Только они попробуют деньги брать, и их сразу альтернатива укусит.
Да, я думаю, она и так укусит. Вот вопрос времени. Да я думаю, вот как эти Gold Tanks существуют, они что же это? Существуют. Подпольная организация. У меня еще полчаса есть. При хорошем раскладе два боя. Играть сможем. Чего у нас тут? Нет, пока еще работает. Еще нет. Техработы. Мне кажется, там один из админов тупо сидит на кнопке перезапуска сервера. Помнишь эту картинку с нета, там где мужик так протирает пот и тогда выбирает между двумя кнопками. Перезапустить сервер или перезапустить сервер? Да, я думаю, там на автомате. То есть он как-то статически набирается, он берет просто перезапускает. Каждые 30 минут. Ну, по-моему, два боя. Два боя мы отыграли нормально. Мне почему-то кажется. На двое ты один бой не успеешь сыграть, опять перекидывать, скидывать. Мы ТДМ-ку на песке сыграли, да, нормально? Угу. И все, наверное, да. Вот, ну. Что такое? Нормально. Единственное, что, конечно, мамонт этот напрягался своими модулями. Калорийка, стенка. Люди играют в специальном составе пати, чтобы так вот накачать модули. Ну, понятное дело. Ну, я бы тоже играл с вами в пати для фана. Не скажу, что я преследую цель качать модули. Тем более тут же вайб будет. О, меня прогрузило. Меня тоже. Сейчас чертежи открываю. Это вот Survivor мне, конечно. Ой нет, слушай, я после бойни сразу на АРС не готов идти. Тебе что-то наши на АРС кидало? Да. Ты не увидел? Не, я снял модуль открывал. Мне верс. Нельзя добавил. В инвиз уже нападал, аж 7 чертежей. Лучше бы ты мне на ПУ так нападала. В мины 16. В радар 19, блин. Короче, всякий хлам складируется, а то, что надо, не падает. Так, накробнем. Ой, нет. Текущий ранг, это какой? О, я почти докачался до 6. Сейчас будет гром, скоро. Ну что? О, песочек. Белиссимо. Ох, ты еще ЦТФ. А, наверное, взять эту. Зиду. Да не, не, на Хантер не буду даже ставить. Я помню опыты специальные. У нее присоска цветает. Неприятно. О! Опять. Зло против. Я ж не думал, что у нас все будет просто. Это будет весело только когда у нас тоже четверо соберется, вот тогда. Тогда будет интересно. Да. Это не очень зло. Вообще первые вижу эти ники. Угу.
шафт. Это хорошо, что у них шафт. А минус игрок практически. Ну, подсказать. Хорош. Пьем. Там сзади Изида едет. Смотри, какая живучая. О, левел ап, ура. У меня теперь будет гром. Мину поставил. Погнали. Так, ну вообще состав у нас нормальный. Две смоки, две изида. Да. Бери. А, я не достал. У нас справа уходит. Справа, справа, справа. У него много хп. Он еще хилку изнул. Да, это доставка. Пока отвлекаю. Ой, мне шаф. Улечи импортанса. Я сейчас верну. Надеюсь. Черт, блочит. Смотри, он вообще бетонный. Сколько ж я в него садил? Вы там хититесь, я буду пытаться. Так, импортанс что-то бросил. Лево едет, прячется за меня. Да, иди там. Блин, прямо. Авто выдали. Да блин. Ари. Вода, ты куда уперся? Умру. Флаг наверху. Центр оставил. Не знаю, успеет кто-то. Или не успеет. Блин, он успел доставить. Так, справа заход. И снеговик не вывозит. Так, дроп, дроп. Не забывайте про дроп. А где лежит? Какой? Когда упадет он. Так, к нам заход. Ну, едет. Она толстая. Я справа еду. Двигаюсь. Давай, импотру. Ах ты шо. Поймал на имя. Давай, заходим. Он заплевал меня. Я почти доел. Или импортанса. Вернул? Вернул. Отлично. Выходим, ладно. Давай, помирай, молодец.
Ох, под Изида едет, я вообще это не пробью. Отлично. Importance, в принципе, молодец. Молодец. Давайте. Importance. Ставлю. Да, ставь. Ах, неудачно появилась Акварелия. Эх, это маловато для таких баданий. Едет 2 и смока и Акварелия. Порт добрал все-таки. Нормально. Гляди, все повырубал. Неудачно. Так, ждем дроп. Особенно ускорялку. И трушку, да, надо бы. Дроп начал падать потихоньку. Я 2 слил, кстати. Молодец. В плане, что... Ой, блин, шафт. Был момент, когда можно было что-то сделать, но нет. Где дроп? А от меня кровопийца. Хорош. Дайте мне снеговик, иди. Так. Дашка, ой, этот ускорялка упала, я поехал. Давай. Снеговик, не давай, двигайся. У нас. Флаг. Езжал. Давай, 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 давай. Нет? Блин, нет. Не успел вернуть. Но было близко. Было вкусно. Я отпускаю. Заржали. Я не успел, блин, буквально вот. Ну, знаешь, как надо? Это вытаскиваю на фланг, они туда едут, а в этот момент отпускаешь, пускай они возвращают, и другой забирает. Ох, как он вписался. Хорош. Молодец, умница. Вписался просто отлично. Так бы унесся, слушай. Да. Блин, не шахт. Чпок. Нет, Изида появилась. Он может довести, слушай. Да. Да, довез. По скорости не успеваем. Там просто Изида появилась, прям, да. Весь мой урон аннулировала. Таки да. ДДшка попала. Он на ускорялке. Он через центр. Ну,
Нет, шафт на самом деле много сносится, притом как-то очень странно. Он не целится так много, но притом практически фул хп снимает. Шафт это так, просто у нас снеговик, конечно, не может нормально отыгрывать, к сожалению. Импакт слишком слабый. Так, ну я его закрыл. Зиду не знаю, довезет его там флаг, нет. Блин. Возвращаем. Нет. Да. Не увидел. Вроде бы да. Да. По крайней мере, флажок довезли. Мы старались. Ну да, конечно. 3-3-3-3. Так, контейнер, что там там мне дашь? Сейчас, подожди, принес. О, повышенный урон наконец-то я заполучил. Я растяпнул. Тут 40, а уже недешево апаться. Ой, нет. Это там это, как его, РС. Я вышел, ждем. Так, я же могу молот купить. Ну-ка. О, а я гром могу купить. Ну, под молот нужен на самом деле этот хорек. По сути. Да, под молот нужен хорняк. Бесспорно. Пока будет. Попробуем. Раз. Чем тебе так нравится, Алис? Так, ну что, еще раз глянем. О, нормально. Это эти босс, Дарикс. Покочу. И опять шафт. Вот, пожалуйста. Ой. А этот парень все время на шафте, он и раньше был. Ну, нельзя. Так, блин, он меня заплевал. Нормально, да, шафт? Да, рывков убил грома. Так, еще грому он еще меня... надо привыкать. А, он на ДДшке. Грому надо еще привыкать. Зря, конечно, огромно. Это такая специфичная пулька. Ну, под стеф, да, согласен. Да я уже так давно не играл громом, что очень уж захотелось. И вот эти вот циферки приятные, когда бьешь по одному, и вылетает циферка еще и от другого, вон. Что мне даже кажется, что сплэш у него по области какой-то слишком большой. Неужели они ничего не трогали? Мне лично кажется, что гром, да. Если кто у нас будет носить флаги? Мамонт. Денискову. Ладно, не Дениска, но это я образно. Шмед будет носить флаги. Даша, так сказать, флаги. А у тебя Зида? Да. Ну будешь его хилить. Нам заход. По центру ВОЗ.
Стой, стой. Ори. Надо возвращать рану. Давай, доставляй. Отлично. Шаф так на игноре вообще свой флаг. Стоит, садится. Нет, там нормально. Да, чуть-чуть отвык я от грома. Ну, я еще на диктаторе им играл, все-таки на ней. Так, центр, центр, центр. И его блокируем. Упал. Да, но плюются они просто дико. Что-то я не верю, что так было. Там интересно, у меня так не плюются. И это плюется именно тот. И без ДДшки. Самое интересное. Ну, Котяка, ты везешь флаг. Надо тебя прикрыть пушкой своей. Мы просто в наглую времени проехали и везли. Да-да, да, этот шафт вообще, он так, чисто на ПДМчике. На давай, плевках. Давай. Нормально, ты тебя съел. О, мои любимые выстрелы по баррикадам, когда урон все равно проходит по врагу. Давай. Ну, отлично. Точно. 977. Ауч. Там еще один шафт появился. Не было проблемы. По центру, к тебе еду. Помогай. Я прикрыл тушка. Ага, умничка. Ну да, это мы собрались. Так, у нас шмель там их отвлекает нормально так. Эх, вампиризма не хватает, когда это все. И знаешь, залп идет, грома, мощь. И не вампиришься. А привык. Привык, что вампиришься. Так, мне нужна ускорялка. Давай, через аптечку. Умничка. Да ты что? Да куда? Как так-то? Он там вообще моментально чуть-чуть перезарядился. Ну, может, патрон, конечно, не знаю. О, новенькая зашла. Афин. Блин. Вот так вот. Я тоже могу. А, это Дарик слышал. Хреноты скоростной. Давай, на не требовал. Отлично. Блин. Что-то он мне... Кто вообще не хочет в эту баррикаду стрелять? Уже стена упала. У меня то вверх, то вниз идет. Нужен диктатор. Подайте мне его. Заход слева. Блин, не достал. Зацепил. О, какой трек. Сейчас я его зашатаю. Эх, нет. Ну, нет. Надо было через центр уходить, я решил понаглеть. Гляди, блин, там сплэш больше, чем было, реально. Я попал вообще. Я так попал, ну,
далеко от него. Раз, во-вторых, это уже был... Он был уже за углом. Он был где-то там. Видишь меня? Угу. Смотри, он был здесь, а сплэш попал вот сюда, куда дуло смотрит. И ему 200 урона нанеслось. Не, мне кажется, они что-то правили. Я, конечно, не буду утверждать, потому что все-таки я 3 года, считай, не играл, но, блин. Шафт плюется как дикий. Грома сплэш какой-то здоровенный. Не, я не достал. А, еще и умер. А, нормально. Importance там за нас снова. Нормально. Даша. Не ошибаюсь. Кто? Даша. В смысле, человек Даша? Под ником? Да. Importance, да. Importance. Importance звучит как-то. Да? По-моему, это Даша, если не ошибаюсь. Я не знаю, кто такая, но... Так, что надо за этим, за флагом? А, у нас гром здесь. Шафт. Блин, какой приятный сплэш. Надо ехать за флагом. Так у них упало. Бам-бам-бам. Блин. Ну этот шафт какой-то, да. Какой-то он скоростной. Наверное, все-таки они что-то правили, потому что... Так, у нас флаг ушел. Да, к сожалению... Так, еще один сейчас уходит. Фокусил, но... Центр. Умничка. Давай. Да, на двух изидах это, конечно... Кошерно. Искать флаги. О как. Разворота на мышке. Причем такой финт можно сделать на громе только с мышкой. Я не люблю мышку. Честно, было бы круто, если бы все на клаве сидели. Мышка не работала. Оп. Ах, сам по себе жахнул на 400. Мы увлеклись этим парнем, а у нас там, между прочим, флаг стоит. И никто его не обнял даже. Там он один твинс момент против их троих просто стоит в наглую и лупит. Опять не достал. Ой, не в ту сторону поехал. Хотел тебя пропустить, и в итоге заблочил. Так, нужен дроп. Без дропа уже не катит. Вылетел. Да как так? Ага. Соединение с сервером потеряно. Техработы. Да пипец, блин. Наша победная катка. О, слушай, уже 21.02. Это последняя была катка. У тебя? Да. Ну ладно. Ну, может, нас догрузит? А, там минута была. Ну ладно, зайду хоть, может, не, модуль какой апну. Не, уже не догрузит он. Да, техработы это минут на 5. Да. Так, ладно, я тогда стрим выключаю. Всем зрителям спасибо за внимание. До скорых и новых встреч. Пока.